На сессии Горсовета депутаты после долгих дискуссий поддержали проект зоны приоритетного развития на полях фильтрации. За это решение проголосовали 47 народных избранников. Речь идет о территории площадью около 1000 гектаров между улицей Атамана Головатова и Хаджибейским лиманом. Первая попытка развивать эту территорию была предпринята еще 9 лет назад. Аналитики видели в развитии зоны плюсы как для города, так и для порта. Но тогда дальше разговоров дело не пошло. Потенциальных инвесторов отпугнула излишняя бюрократия. Спустя много лет новая попытка подступиться к полям орошения. Яка основна мета концепції? Основна мета концепції, по суті, створити інструмент, який би активізував підприємницьку діяльність в нашому місті. Створити таку точку росту, де ми можемо створити диверсифіковане підприємство, перш за все, експортно орієнтоване. Ми, по суті, дуже довго чекали на законопроекти, які повинні були надати нам якісь пільги чи інші механізми для того, щоб якось активізувати такі інструменти, які вже працюють у всьому місті. Але ми скористалися нашим правом, яке ми отримали в результаті реформи децентралізації, і вирішили йти, так скажемо, ініціативу знизу. По словам чиновника, на этапе подготовительных работ проведут разработку нормативно-правовой базы, инвентаризацию и оформление земли, строительство недостающей инженерной и дорожной инфраструктуры. На эти цели планируются деньги не только городского бюджета, но и инвестиции. Для их привлечения планируют развернуть широкую презентационную кампанию. На втором этапе до 2030 года проведут комплексный анализ реализации первого этапа, который ляжет в основу дальнейших решений по развитию зоны приоритетного развития. Мы гораздо открытее, мы гораздо прозрачнее и понимаем, что сегодня нужны инвестиции. Но когда будет у нас сформированный участок, который мы просто вот говорим, приходи, вот тебе ключи этого участка, условные ключи, пожалуйста, строй себе модульные, потому что там нельзя что-то строить большое, ну, по крайней мере, это дадут вопросы, ответы на вопросы строители наши, подразделения, сколько и как-то можно строить. Для производства не надо многоэтажные здания. Пожалуйста, развивай свой бизнес.